Привет! Вы на канале Тех Битыш. Маша, выбрасывай свои игрушки и будем играть в стройку. Скучно! Чего не скучно? Это будет челлендж. Челлендж? А призы там будут? Привет, друзья! Конечно, будут призы и для вас, и для наших подписчиков. Да. Сегодня вы будете необычными строителями. Знаете почему? Почему? Потому что вы будете строить Пизанскую башню головой. Как это? А вот сейчас посмотрим. Но прежде чем мы начнем играть, я хочу вам показать приз, который достанется тому, кто... выиграет. Конечно! Вот такой вот спиннер в чехле достанется тому, кто выиграет. Но это еще не все. У нас есть такой же второй спиннер, который достанется, как вы думаете, кому? Подписчикам! Да, Маша, ты угадала. Ведь мы проведем конкурс для наших подписчиков, который объявим в конце видео. Поэтому, друзья, не переключайтесь и смотрите нас до конца. Ну что, распаковываем нашу игрушку. Высыпаем. Итак, давайте рассмотрим, что же входит у нас в комплект. У нас есть блоки для Пизанской башни. У нас есть основа. Она необычная. С одной стороны она идет узкая, с другой стороны широкая. То есть сразу башня будет строиться наискось. И у нас есть вот такие вот прикольные краны. Краны необычные, потому что кран будет вешаться, вот, крепиться на голову. Вот эта резиночка. А ну, Тим, давай, Маш, примерьте, пожалуйста. Вот такие вот краны-буратины. Тим, Маш, вы как будто на рыбалке с удочками. Класс! Маша, я буратино. А я ловлю рыбу. Да не, ребята, вы мне больше вообще похожи на инопланетян. Ладненько, давайте я вам расскажу правила игры. Смотрите, можно играть двумя способами. Вот у нас есть два основания и по каждому по 5 блоков. То есть вы можете на перегонки строить башню. Или вы можете строить одну всего лишь башню и по очереди брать эти блоки. И у кого последний блок падает, ну, значит, тот и проиграл. Да. Наверное, давайте вот эту вторую игру, хорошо? Да. Так, значит, руками трогать блоки нельзя, ловим их только как рыбку вот этими своими штучками. Поняли? Да. Итак, приготовились. А кто первый начинать-то будет? Я. Тима? Да. Ну, давай, блок ставим посреди... Ой, не блок, а основание ставим посерединке. А теперь каждый блок ставим на это основание. Так, первое основание. Не удалось, Тима. Давай помалу его. Опачки, как-то кран твой нерасторопно работает. Так, опа, первый Тима готов. Маша. Так, у Маши второй пошел. Нет. Маша, ты ж смотри, там людей прибить можно. Давай. Это ж Пизанская башня. И давай аккуратненько. Опачки! И вторая готова. Третий блок пошел. Готово. Четвертый блок. Давай. Что, не получается? Маша, здесь должна быть сноровка. Она говорит, рыбку лови, рыбку. Да, говори, ловись, рыбка большая и маленькая. Опачки, аккуратно. По-моему, вы зацепились, как удочками. Так, ставим. И аккуратненько, Маша, нельзя свалить, потому что проиграешь. Теперь Тимофей. Чем выше башня становится, тем больше риск ее завалить. Аккуратно, Тима.
И ставим. Смотрите, она у нас уже наперекосяк стоит. Вы видите? Это же Пизанская башня. Маша, у тебя один блок вообще перевернулся и как кастрюля. Ты что, кашу собралась варить? Давай, 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 давай. Там нету. А, ты хотела вот этот вот взять? Маш, ну смотри, если ты этот возьмешь, ты можешь башню завалить. Только аккуратно. Так. Ну, это ты могла Тиму прибить только что. Давай следующую бери. Так. Аккуратно, не махай краном, потому что сейчас наше строение разрушится. И так все опасней становится. Ведь башня может рухнуть в любой момент. Маша, аккуратно. И опять промах. Но лучше так, чем всю башню завалить. Маша, нет. Опачки. Маша завалила башню. Тима победил. Ну что, может второй уровень, да? Когда можно построить две башни? Да. Давайте. Итак, второй раунд. Теперь каждый должен построить свою пизанскую башню. И так, чтобы у него оказалось больше блоков, и они не разрушились. Поехали! Так, аккуратненько. У Тимы первый блок есть. Маша никак не может поддеть первый блок. Итак, давай, давай, Маша. Что-то у тебя не получается. Ну, возьми другую. Возьми другую. У Тимы уже третий блок есть. Так. Тима молодец. Тима, он смотри, так быстренько все делает, а Маша помогает себе рукой, что, конечно, неправильно. И опачки. Тим, ты тоже смотри аккуратно. Смотри, у тебя уже какая большая. Сейчас последняя, она рухнет, и Маша выиграет. Что я говорила? Смотри аккуратно. Я выиграла. 1-1. Ну, 1-1. Пусть будет 1-1, ладно. А, ну, тогда надо придумать еще какой-нибудь раунд. Третий. Третий какой-нибудь раунд, необычный. Сейчас будем думать. Итак, я придумала, как усложнить наш челлендж. Мы возьмем вот эти две основы и поставим ее одна на другую. Тем самым нашу башню сделаем еще более такой наклонной. Да. И вот у кого быстрее упадет, сейчас по очереди будем ставить наши блоки. У кого быстрее упадет блок, ну тот и проиграл. Поехали, третий раунд. Первый кто ставит? Маша. Маша первая ставит. Аккуратно, ты уже основание завалила. Так, не поставила Маша. Да, хорошо. Теперь Тима ставит. Так, 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 так. Так, первый блок готов. Маша, аккуратно, не завали основание. И второй блок готов. Но само основание, посмотрите, оно уже совсем покатое. Сейчас одно неверное движение, и все, и башня рухнет. Наверное. Ну, в любом случае она рухнет, потому что она неровная. Давай, Маша, аккуратно. Что-то ты сильно раскачала. Давай другой блок бери, пока этот не перевернул. Маша, рукой не помогать. Да, не помогать. А, и у Маши. Ну, почти поставила. Ну, почти поставила, но тем не менее. Поздравляю Тиму, как строителя. Поздравляю. Итак, Тимофей, на, держи свой спиннер законный. Покрути. А теперь дай Маше покрутить. Маш, смотри, классненький. Угу. Так, ну это хорошо. А сейчас мы объявляем... Конкурс. Конкурс. Конкурс для наших подписчиков на еще один спиннер. Чтобы выиграть этот суперский спиннер, который держит Маша, надо... Поставить лайк и подписаться на канал Team Vintage, поставить колокольчик. А также поделиться этим видео в любой из соцсетей и, конечно же, написать какой-нибудь комментарий. А розыгрыш состоится 1 февраля. Да.
Участвуй и выигрывай! Пока-пока! Пока-пока! Пока, друзья!